В эфире национального телевидения Чувашии покажут спектакли победителей фестиваля «Театральное Приволжье». 23 мая в 19 часов жители республики смогут увидеть видеоверсию спектакля «Шинель» образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек». Самарский театр признан лучшим детским спектаклем окружного фестиваля. 25 мая в 21:15 в эфире НАЦ-ТВ спектакль «Страна слепых» межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» ЧУВГУ имени Ульянова. Постановка стала победителем фестиваля в номинации «Молодежный театр». В этом году Чувашия взяла самое большое количество наград. Наша республика стала лауреатом в 6 номинациях фестиваля «Театральное Приволжье».